Прежде чем прозвучит следующая песня, несколько слов о судьбе Анатолия. Ну, в начале 90-х он повторил судьбу многих интеллигентов, многих людей, ну, склонных к творчеству, хотя по профессии он инженер-радиоэлектронщик. Родился и вырос он в Екатеринбурге, закончил Уральский политехнический институт, ну и по распределению попал в Латвию. Ну а дальше вы уже можете догадаться, что случилось, когда распался Советский Союз. Миллионы наших соотечественников в одночасье оказались за границей. Ну, не избежал этой участи и Толик. Он, так и не получил статус гражданина. И у него был такой интересный паспорт, потому что я об этом рассказываю, потому что это имеет отношение к следующей песне. На нем было по-английски, ну и сейчас такие паспорта тоже в Прибалтике есть, для русских специально. Там написано «Aliens Passport». «Aliens» в переводе с английского – это «чужак». А еще одно значение этого слова – «инопланетянин». И вот когда он подходил, а он путешествовал, по этому паспорту по всему Евросоюзу можно путешествовать. Ну, слава богу, хоть в этом не ограничили. Ну, так вот, на ту скромную пенсию, которую получали, не граждане, она меньше, чем у латышей, вот, значит, вот он мог путешествовать. Потом у него случился инсульт, ограниченные возможности, так сказать, да, подвижность руки, но он все равно продолжал писать, продолжал творить. Конечно, работать он уже не мог, жил на пенсию, на скромные, там, не знаю, сколько евро в месяц, боюсь соврать, но очень немного, поверьте. Так вот, в начале 90-х у него появился свой бизнес. Он открыл маленький магазинчик. И вот, пока этот магазинчик процветал, он мог себе позволить путешествие, например, в Париж. Следующая песня написана на основе реальных впечатлений от посещения столицы Франции. Она так и называется «Париж, Париж». Париж кому-то только точечка на глобусе, да гордый звук словечек Лувр и Нотр-Дам. А я плыву по темной Сене на батобусе, я такой речной трамвайчик, и завороженно гляжу по сторонам. Хоть небеспечное дитя, ни в коем разе я, мне больше свойственны сомнения и грусть. Подозреваю, что на площади Согласия на что угодно, с кем угодно соглашусь. Приятным, мягким, женским голосом по-русски мне вещает что-то в ухо аудиогид. Но я не мыслю категориями узкими, и у меня наверняка глупейший вид. Когда от счастья и восторга задыхаюсь я, и сердце будто мячик прыгает внутри. Мосты приветливо и хитро улыбаются и машут ветками каштаны Тюильри. Немножко по-французски. Англю-глю, добрый я моде, булон, не сияж, лебаду сон лабль, де не паке баблон. А ля ренконтр, ля катедраль де Нотр-Дам, наши авек это расселенные мол. Париж, Париж, без слова пудия досужего, я расскажу тебе, как часто видел сны, в которых проволочки Эйфелева кружева в лазурно-синий купол неба вплетены. Прилежно булькая кипит вода в кильватере, речной трамвайчик словно белый пароход. А встреч ему собор Парижской Богоматери высокомерно и торжественно плывет. По ножкам барышень вовсю стреляет глазками попутчик справа, чуть подвыпивший амбал. Он мне поведал незначай из Красноярска, да. И за три дня этот Париж уже достал, да. А я внимаю песням каменного зодчества и тихо млею от увиденных красот. Но умирать, скажу по-честному, не хочется, вернее, хочется совсем наоборот. Париж, Париж, без словоблудия досужего,
Я расскажу тебе, как часто видел сны, в которых проволочки, эйфелево кружево, в лазурно-синий купол неба вплетены. Прилежно булькая кипит вода в кильватере, речной трамвайчик словно белый пароход, а встречи ему собор Парижской Богоматери высокомерно и торжественно плывет. Досужего. Я расскажу тебе, как часто видел сны, в которых проволочки, эйфелево кружево, в лазурно-синий купол неба вплетены. Прилежно булькая кипит вода в кильватере, речной трамвайчик словно белый пароход, а встречи ему собор Парижской Богоматери высокомерно и торжественно плывет.